Всем доброго времени суток, на связи Соколова Анна, проект Elite InfoBiz. Этот видеообзор посвящен сайту компании Eric Mason Sports and Fitness Club. Здесь есть видео, в котором якобы Джейк Дэвис, который является SEO-менеджером данной компании, рассказывает о том, что эта компания хочет открыть 3 филиала в странах СНГ и очень нуждается в вашем мнении. И если вы пройдете опрос, то можете получить от 17 до 35 тысяч рублей. Должна сказать, что совершенно не слышно слов, которые говорит этот человек, поэтому наложенный сверху перевод, скорее всего, является просто поддельным и для того, чтобы вызвать у вас больше доверия, чтобы вы подумали, что с вами действительно разговаривает какой-то иностранный представитель и который готов выплатить вам какие-то деньги. Также компания Eric Mason Sports and Fitness Club является вымышленной, никакой информации о ней найти не удастся вам никогда, поэтому этот сайт уже заранее вызывает очень много подозрений. Что ж, давайте пройдем опрос и посмотрим, что нам здесь начислят. Идет подключение к свободному оператору, нас просят не уходить с сайта. Со мной работает оператор Татьяна Старченко. И перед тем, как начать прохождение оплачиваемого опроса, мне нужно будет заполнить небольшую анкету. Я ничего не заполняла. Моя анкета занесена в базу данных. Идет подсчет предполагаемого вознаграждения. А где же сам опрос? Мое вознаграждение уже подсчитано, независимо, видимо, от того, как я отвечу на опрос. Интересно, будет ли он вообще. Итак, мне готовы предложить 27 860 рублей за прохождение опроса. Всего будет 7 вопросов. Сейчас меня перенаправят на сам опрос. Меня просят отвечать на вопросы честно. Им якобы очень важно мое мнение. Я не буду даже читать вопросы, буду отвечать наугад. Осталось еще 3 вопроса. И последний вопрос. Мне опять соединяют с оператором. Мне благодарят за прохождение опроса, и сейчас мне должны зачислить мое вознаграждение в размере 27 860 рублей на мой баланс. Сейчас я должна буду узнать, как я могу вывести эти деньги на свои реквизиты. Итак, для продолжения вывода средств мне нужно подтвердить свои платежные реквизиты и осуществить тестовый платеж в размере 167 рублей. Нажму «Выполнить подтверждающий платеж». Итак, я попадаю на страницу оплаты от сервиса ePay, где должна платить 167 рублей. И перед тем, как снять этот видеообзор, я узнала, кому же все-таки поступят мои денежки. И оказалось, что они поступят автору этого сайта под ником Breaking Bad. Не очень часто, но периодически выпускает свои мошеннические сайты. В дополнительных ценах к сайту есть 8 дополнительных платежей. Вот он первый платеж, который мы должны оплатить сейчас, подтверждающий платеж 167 рублей. И далее последуют очередные платежи, такие как плата за активацию счета, комиссии, увеличение всяких лимитов, получение цифровой подписи и так далее. Если мы перейдем по ссылке сервиса ePay, мы попадем на сайт вымышленной компании Eric Mason Sports and Fitness Club, и это подтверждает авторство Breaking Bad. Сейчас я оплачу 167 рублей, чтобы мы смогли полностью протестировать данный сайт и убедиться в том, что никакие деньги он не платит. Пока поставлю видео на паузу и возобновлю его, когда оплата будет зачислена. Итак, я совершила подтверждающий платеж.
Реквизиты успешно подтверждены, и теперь меня встречает запрос на очередной платеж, а именно платеж за активацию индивидуальной ячейки на банковском счете в компании Eric Mason Sports Ltd. И в этот раз нужно уже платить 480 рублей. Нажимаю кнопку и опять попадаю на страницу оплаты, но этот платеж был вполне ожидаемым, учитывая то, что мы видели его в дополнительных ценах к сайту. И он полностью подтверждает то, что мы будем платить все платежи, которые указаны в этом списке. И однозначно этот сайт является лохотроном, который выманивает деньги у доверчивых людей. Поэтому я не советую вам этот сайт, не советую вестись на этот развод. И надеюсь, вы сохраните свои сбережения, свои средства. С вами была Соколова Анна, проект Elite Infobiz. Всем пока!